Друзья, всем привет! Недавно у себя в телеграм-канале я делал пост о игре Chain of Legends. Такая новая игра, ну как новая, так-то она получается работает уже более чем полтора года, стабильно выплачивает. Да, игра пережила несколько неудач, ее даже некоторые блогеры определяли как скам-проект. Но, друзья, это неправда, проект работает, проект платит. Игра находится в сети Binance Smart Chain, монетка Клек уже есть на CoinMarketCap и торгуется, и торговые обороты там такие, я скажу, друзья, не маленькие. Давайте перейдем на CoinMarketCap, я вам покажу график. Вот, друзья, монетка на CoinMarketCap, вот видите, да, ее рост, она растет, стабильно торгуется, нету таких больших пампов и дампов, то есть, друзья, монетка такая, одна из самых таких стабильных. Это игровой токен, на котором мы можем зарабатывать в данной игре, покупать земли, покупать персонажей, прокачиваться и выводить себе на кошелек и тем самым зарабатывать. Также, друзья, что тут интересного, здесь есть пассивный доход, то есть, например, это мы купили землю и все, она спокойненько себе зарабатывает монетки. Активный доход, там участвовать в рейдах, выходить в подземелье, зарабатывать ресурсы и также монетки. Очень интересная партнерская программа. Также здесь есть такое DAO, это что-то типа коллективного голосования, то есть мы можем проголосовать за какое-нибудь обновление, за дополнение, то есть повлиять на разработку игры, на дополнения какие-либо. Друзья, мы уже создали отдельную группу по этой игре. Вот, если что, перейдете на этот пост, ссылочку оставлю в описании. Ссылочка на группу вот здесь находится. Вот наша группа, здесь у нас несколько проектов. Также это игра T-Fantasy, где мы уже забрали топ-3. И вот, вот берем 18 819 долларов по ивенту в игре Chain of Legends. Переходите сюда. Тут мы делимся информацией, мы в игру только сами зашли, только изучаем. Но пока всем все нравится. Перспективы очень хорошие. Заработать здесь можно. Вот, кстати, сама игра Tap Fantasy, где мы уже забрали топ-3. Сейчас мы скоро уже заберем топ-2. Если перейти в сезон. Вот видите, мы топ-3. Еще чуть-чуть, мы уже будем топ-2. И получается, мы заберем награду 8000 токенов, это примерно там 5-6 тысяч долларов. И решили зайти в игру Chain of Legends, где мы тоже хотим забрать весь игровой пул. Давайте, друзья, сразу приступим к процессу регистрации, и все по порядку буду и вам показывать и рассказывать. Ссылочку на данный пост оставлю в описании, переходите по ней. Также ссылку на саму игру также оставлю в описании. Вот здесь переходим по ссылке, или можно просто скопировать и ставить браузер. Попадаем на такую страницу, нажимаем Play Now. Здесь нам нужно приконнектить кошелек MetaMask. Так, вот нажимаем Wallet. Выбираем MetaMask. Опять MetaMask. Подключиться. Далее подписать. Все, теперь мы зашли в эту игру. Дальше, друзья, что нам тут дают при регистрации? При регистрации нам дают стандартную такую землю, десерт первого уровня, где мы добываем до 7,5 монеток. Да, немного, друзья, но для старта, в принципе, это достаточно. Также, если перейти во вкладку Home, здесь нам дают барак первого уровня. Здесь нам дают трех персонажей, трех воинов. Ну, сейчас у меня идет апгрейд, я сейчас повысил уровень до второго, еще 11 часов осталось. Ну, давайте, если перейти в адвенчер, я вам покажу своих бойцов. Так, так. И вот они, вот эти три бойца нам дают на старте. То есть, друзья, в принципе, зарабатывать можно без вложения.
Также наши ребята, которые находятся в нашей группе, тут можно еще показали нам такой способ заработка, как арбитраж, если перейти в маркет. То есть зарабатывать именно на купле-продаже, например, вот земли. Самое простенькое. Например, покупаем мы ее за 30 монеток, продаем за 33 там, или за 35. Так тоже, в принципе, можно зарабатывать. Но здесь есть ограничения. Вроде как объяснили, до 40 сделок в день. Также, друзья, при регистрации нам нужно выполнить пару квестов. Первые, но я их уже сейчас выполнил, поэтому я вам сейчас их не покажу. Тут все просто. Тут проходите обучение. То есть это вот во в каждую вкладку нажимаете. И вот этот вопросительный знак, вот эту справочку. И просто изучаете. Лично для того, чтобы все понять, я английским не владею. Я просто делал скриншоты и переводил через Google перевод. То есть нужно по каждой вкладке пробежаться. Там My Lands тоже. Нажимаем и вот так вот все изучаем. Мы выполняем один квест. И нам дают за это 20 монеток. Плюс нам нужно заполнить профиль. То есть переходим на аватарку. Settings. Здесь придумываем свой ник. И коннектим свою почту. Потом далее нажимаем Save Changing. И ставим аватарку. И все, в принципе, из-за этого тоже мы выполняем второй квест. И получаем еще 20 монеток. В принципе, для старта у нас уже будет 40 монет. И уже мы можем идти в маркет, купить простенькую землю, например, за 32 токена, продать за 35, и тем самым как бы увеличить свой банк. Либо можно прикупить себе бойцов, чтобы ходить в подземелье, о котором расскажу чуть позже. Там, например, получается у нас здесь самый дешевый, это у нас гоблины. Такой галочки убираем. На всех вставляем вот на гоблина. Ну вот, друзья, 30 монеток стоит этот гоблин. Это, в принципе, дорого. Я потому что вчера покупал за 14, за 13 монеток. Нужно мониторить рынок. Рынок, друзья, живой. Здесь постоянно все продается, покупается. Я сам сначала купил себе землю. Потом решил купить себе бойцов. То есть я взял свою землю и сразу же продал ее. Прям продалась где-то в течение 5 минут. То есть все моментально. Ну давайте, друзья, теперь я вам покажу, как пополнить монетки для быстрого старта. Конечно, не финансовый совет. Я сейчас вам показываю то, что делаю я. Я пополню сейчас на 2000 монеток и прикуплю то, что мне необходимо. Итак, друзья, сейчас вам покажу, как пополнить вообще баланс в игре. То есть пополнить токенами клек. Давайте сразу перейду в кошелек MetaMask. Вот они у меня сейчас уже на балансе лежат. Их вообще получается купить, да все очень просто. Приходим, к примеру, CoinGecko или CoinMarketCap. В поиске вводим клек. Вот Chain of Legends. Нажимаем на нее. Спускаемся ниже. Копируем адрес смарт-контракта, вот этот вот, переходим в кошелек MetaMask, далее, у меня монетка это уже есть, вот она внизу находится, что нужно сделать вам, нажимаем импорт токенов, пользовательский токен, сюда вставляем этот адрес контракта, таким образом, он автоматически все остальные поля уже заполнил, нажимаем импорт. И все. Монетка у вас добавляется в данный кошелек. Теперь, чтобы ее купить, нам нужно, например, на счету иметь, например, BNB. Далее переходим в браузер. Переходим на сайт PancakeSwap. Также ссылочку можно скачать с CoinGecko или с CoinMarketCap. Теперь нажимаем Connect. MetaMask.
Все, кошелек у нас подключился. Так, вверху мы оставляем BNB, внизу нажимаем, выбираем токен. Вводим в поиски коллег. Нажимаем импорт. Ставим галочку. Все, теперь вводим сумму в BNB. У нас отобразится та сумма в клегах. Ну, например, если введем 1, вот такую сумму мы получим себе на кошелек. Ну, с этим, я думаю, мы разобрались. Теперь, как пополнить именно игровой кошелек? Переходим в игру. Далее нажимаем на плюсик, где у нас монетки находятся. Спускаемся ниже. Нажимаем Total, то есть всю сумму. Далее нажимаем депозит. Теперь MetaMask. Возвращаемся в кошелек MetaMask. Нажимаем подтвердить. Транзакция отправлена. Все, платеж успешно мы провели. Смотрим. Да, денежка нам поступила на баланс. Теперь, что делаю я, друзья? Это, конечно же, не мой совет, но просто сам пока в игре разбираюсь. Теперь, что я буду покупать на эти монетки? Конечно же, друзья, в первую очередь я прокачаю свою шахту. Переходим в Home. И вот там, где написано у меня 0, нужно, чтобы был хотя бы один первый уровень. Нажимаю Upgrade. Вот. Нужно заплатить 1000 монеток. Repair. Yes. Все. Друзья, после того, как пройдет этот таймер, далее что я смогу сделать? Далее я смогу покупать уже другие земли. И они будут мне уже фармить вот эти вот монетки. Потому что на старте нам дают бесплатную, где мы там получаем всего лишь 7 монеток. Ну, друзья, согласитесь, это как-то не ахти, да? Поэтому для того, чтобы заработала именно другая земля, которую только что приобрели, например, вот Камонка, да, там за 29 токенов. Или более-менее редкая. Или легендарные, друзья, вот смотрите, тут в принципе цены-то они все приемлемы. Чтобы они начали работать и добывать нам вот эти вот монетки, и даже еще вдобавок плюс руду, нам нужно было прокачать шахту до первого уровня. Следующим действием я сделаю, опять перейдем в вкладку в Home. Тут есть у нас барак, где у нас находятся наши бойцы. Его тоже нужно прокачать. Потому что всего 5 бойцов на стандарте нам дают. То есть максимальное количество может быть в этом бараке 5 бойцов всего лишь. А нам чем больше, тем лучше, тем мы больше сможем заработать. Нажимаю Upgrade. Тут у нас 900 монеток, 900 угля и 900 железа. Железа и угля у меня нету, значит придется его приобрести. Давайте перейдем в рынок. Маркет. Стон. То есть, то, что у нас выделено зелененьким, это значит, за такую сумму другие просто покупают, выставляют свою цену, вот, например, 0,055. Они готовы купить за такую цену. Красненькие — это те, которые готовы продать именно за эту цену. Ну, давайте я вот выставлю вот эту цену, просто на нее нажму. Количество мне надо 900. И нажимаю buy. Успешно. Таким же макаром мне нужно железо. Опять выбираю самую минимальную цену. Ввожу также 900. Нажимаю buy. Успешно. Теперь опять нажимаю Home. Иду в свой барак.
Upgrade Barracks. Нажимаю Yes. Все, друзья, теперь у меня прокачается барак до 2 уровня. Можно, конечно, нажать на кнопку Instant Upgrade, то есть мы просто ускорим за вот эту вот сумму, мы потратим 46 монеток, 46 угля и металла. Ну, я этого делать не буду, я лучше подожду. Тем самым у меня в бараке уже будет больше мест для моих персонажей. После того, друзья, как я купил себе, повысил шахту, повысил барак, получается, я выполнил еще дополнительно 4 квеста. Давайте перейдем. То есть это повысил вот уровень. Мне дали еще одну дополнительную землю. Давайте нажмем claim. Далее за депозит 1000 монеток. Мне дали вот еще 45 монеток, 45 руды. Также жмем claim. И дали еще одного бойца. Claim. И еще добавок снаряжения. Также клейм, забираемся. Давайте, например, мы просто перейдем в маркет, выберем этого бойца, который мне дали, посмотрим, сколько он стоит. И какие у него вообще характеристики. Вот этот вот, Брюс Ли я его называю. Вот, друзья, его продают по 120 монеток. То есть зелененькая это та цена, которую предлагают. То есть за эту цену я куплю у вас. А красненькая это цена, которую выставил продавец. То есть меньше чем за 120, и я его вам не продам. Вот так вот, друзья. Давайте теперь перейдем во вкладку Adventure, приключения. Здесь есть два приключения, два вида, получается, рейдов. Первый это Dungeon, тут можно сказать одиночно. Можно самому ходить. Вот я уже сходил один раз в один рейд и заработал монеток. Ну, наверное, сейчас я уже, получается, могу сходить на второй. Но, друзья, тоже тут смотрите аккуратненько, чтобы вас, получается, не убили просто ваших персонажей. Видите, здесь на гоблине циферка 2, то есть 2 уровня. Если в первом он был 1, и там было 5 гоблинов. Давайте я все-таки лучше нажму на первого, чтобы не потерять своих бойцов. А, у меня еще персонажи не восстановились. Ну, просто тут, друзья, тут все просто. Нажимаем вот так вот. Выбираем поля. Расставляем своих бойцов. Тут я еще несколько гоблинов прикупил. Кстати, вот у меня уже гоблин 2 уровня. Как я это сделал? Я купил 2 гоблинов 1 уровня, и тут можно также объединять примерно как вот в игре Tap Fantasy. Так вот расставляем своих персонажей. Лучника можно подальше поставить, потому что он будет бить на расстоянии. Гоблинов поближе, чтобы они получали весь урон. А бойцов так вот сзади. Но я сейчас не буду, получается, тратить лишнюю энергию, ну не энергию, а здоровье своих бойцов. Подожду, когда они восстановятся. Я просто вам показываю, как здесь все устроено. Также вот, что очень интересно, это вот Treasure Island. Тут это уже получается рейды, здесь можно коллективно участвовать. То есть переходим на какую-то землю, вот видите, тут $1500 разыгрывается. Или раздача будет, или сундуки будут с такими призами. Точно не ясно, еще разбираемся, друзья. Например, выбираем землю. Тут можно подключиться. То есть создали рейд. Что мы как раз-таки, друзья, и будем пробовать. Нас уже много в игре зарегистрировалось. Будем объединяться. Собрать нужно войско. То есть вот, например, подключиться сюда. Вот, видите? Тут уже рейд собрали. В принципе, еще, наверное, места есть. Я так понял. Нет, мест здесь нету. Ну, в принципе, можно создавать свои рейды. И уже вместе участвовать в этих боях. И тут уже заработки, друзья, другие совершенно. И как нам объяснили, то есть здесь не влияет, кто тут сильнее, кто слабее. Призы получат все. Ну, это не точно.
еще в этом, друзья, разбираемся. Ну, в принципе, друзья, я как бы все вкратце рассказал. Будем пробовать, будем играть, будем зарабатывать. Подключайтесь к нам в группу. Здесь мы делимся результатами, друг другу помогаем. Кто что уже понял, кто как разобрался. В принципе, друзья, одна голова-то хорошо, да, когда их 100 или 200, это намного-намного лучше. Также не забываем, друзья, подписаться на мой телеграм-канал, где публикуются различные проекты по заработку, информация по старым проектам, как и по новым. Ну и вообще важная информация. Вот, кстати, в преддверии праздников, да, тут на блокчейне Тон вышла такая игра, пока это демо, но уже тут это получается на Суефа спорим, кто выигрывает, тот, у того яйцо повышается в уровне, и его можно сразу продавать на рынке. Конечно же, друзья, подписывайтесь на мой YouTube канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Вот, кстати, друзья, смотрите. Один из наших сокомандников, вот он, на арбитраже сколько заработал, просто купил он по 26, продал по 32, и тем самым он уже, получается, на арбитраже заработал себе монеток. То есть способов, друзья, здесь много, на мой взгляд. Заработать здесь точно можно. Ну, а на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.